поселке Гидролизный в Архангельске сохраняется режим повышенной готовности. Территории у домов до сих пор подтоплены. Вот уже почти месяц жители вынуждены вброд идти по нечистотам и вдыхать мерзкие запахи. О причинах ранее рассказывал и наш телеканал. Плохая работа канализационно-насосной станции на улице Менделеева. Ее эксплуатирует частная компания «Водтранссервис». В РВК «Архангельск» также заявляли, что сети в Маймаксанском округе работают исправно. При этом в обязанности РВК не входит прием ливневой канализации и талых вод. Техника предприятия, тем не менее, помогает городу справиться с проблемой осушения поселка. Из-за потопления на Гидролизном в воде оказались несколько частных и многоквартирных домов.